Для того, чтобы примерить отцовский мундир или с разрешения отца надеть его армейский ремень, ученикам 4-й школы города повод искать не надо. Традиционно в рамках месячника «Оборона массовой и военно-патриотической работы» проходит конкурс инсценированной песни. Такая игровая форма занятий рождает у школьников чувство уважения к людям в военной форме, заставляет задуматься и представить себя в роли защитника Отечества. Подпевали военным песням и наши корреспонденты. Аккордеон «Хонор» выпускался в Германии с 30-х годов прошлого века. Трофейный инструмент стал центром притяжения как детского, так и взрослого внимания на конкурсе инсценированной песни, проходящем в 4-й школе. Но обо всем по порядку. Обычно конкурс инсценированной песни проходит среди учащихся старших классов. В этом году его решили провести среди учащихся младшего и среднего звена. Итог превзошел ожидания. Дети проявили неподдельный интерес, готовились со всей ответственностью, тщательно подбирая репертуар и мастеря реквизиты. Наша песня называется «Идет солдат по городу». Мы инсценировали, как идет солдат по городу, и с девочки, и карусель. Чтобы сделать выступление ярким, учащимся третьего класса помогали родители. Думали, что сделаем из картона обычный, но потом нам помогли родители нашего одноклассника Никиты Самарина. Его мама хорошо и красиво очень сделала нам лошадок. Три танкиста «Катюша» и «Идет солдат по городу» стали безусловными лидерами хит-парада инсценированной песни. Каждый на свой лад 14 самодеятельных школьных коллективов показали свою трактовку песен военных лет. Здесь не было победителей и проигравших. Каждому классу жюри присвоило определенную номинацию. Массовостью и сюжетом зрителей и жюри покорил 6-й Б-класс. Целая постановка, действующие лица в которой – ветеран, молодежь, машина времени, советские бойцы и фашистские захватчики – разыгралась на сцене. Стихотворение к этой постановке написал ученик класса Алексей Сенаторов. Думал о том, что наше поколение сейчас вообще не ценят подвиги и забывают. Владислав Непиевода, игравший в постановке ветерана, поразил всех трофейным аккордеоном, который он принес показать одноклассникам. Этот инструмент принадлежит его семье уже более 70 лет. Мой прадедушка Санников Евгений Яковлевич родился в 1927 году. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 14 лет, его не взяли на войну, а его 5 старших братьев ушли на фронт. Он стал работать на авиационном заводе. Его старший брат в 1946 году принес ему аккордеон «Хохнер» 3/4. Откуда у него появился этот аккордеон старшего брата? Когда советские войска в Чехословакии нападали на германские войска, отступали, и старший брат принес его дедушке. С этим трофейным аккордеоном, привезенным в конце войны, дедушка нашего героя выступал в народном ансамбле «Песни и пляски». Спустя десятилетия на нем учится играть внук. Самое главное, что вместе с этой семейной реликвией передается семейная история и память о предках, о тех, кто, не жалея себя, защищал свою страну. Мария Горошкова, Александр Косицын, программа «События».